1 декабря в возрасте 82 лет ушел из жизни заведующий Центром сосудистой хирургии областного кардиологического диспансера, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, профессор, почетный гражданин Рязани Павел Григорьевич Швальб. Сегодня в стенах медицинского госуниверситета состоялась траурная панихида. Павел Григорьевич был всегда победитель. Он побеждал, ставя перед собой огромные большие задачи, добиваясь их решения, побеждая недуги, и он победителем и остался. Он остался победителем, потому что мы будем всегда знать и помнить, что то, что он сделал, это бесценно для всех, для нас, для учеников, для последователей, для той школы, которую он создал. И мы будем всегда помнить его и в стенах университета, и будут помнить огромное количество пациентов. Это удивительно. Огромная культура и интеллекта человека, огромных знаний и огромной человеческой скромности, которая никогда это не выпячивал, никогда это не излишне демонстрировал. Очень горько сейчас, очень хочется выразить большие соболезнования семье. Царствие небесное, Павел Григорьевич, спите спокойно, мы будем помнить и будем знать, что мы должны делать, и должны продолжать то дело, которое начали и столь достойно выполняли вы всю свою жизнь. Все регалии Павла Швальба перечислить не так уж и просто. Павел Григорьевич внес весомый вклад в развитие медицины нашего региона. Он был учителем и наставником многих именитых специалистов. Павел Швальб был известен не только в Рязани, но и далеко за ее пределами. На протяжении нескольких десятилетий он возглавлял специализированную службу по диагностике и лечению заболеваний сосудистого профиля при областном клиническом кардиологическом диспансере. Также по его инициативе при кардиодиспансере была открыта единственная в Рязани кафедра ангиологии и сосудистой хирургии. Он прожил достойную жизнь. Его кончина – огромная потеря для всего региона и для страны. Наша телекомпания приносит глубочайшие соболезнования родным и близким Павла Григорьевича.